Мстители остановили твои мерзкие дела, Красный Череп. Почему Череп всегда выбирает зло? Ну, не знаю, у меня Череп, и он красный, так что выбор-то небольшой. И вновь космический куб оказался в нужных руках. Осторожно, он очень опасен. Ну, почему? Сейчас все такое опасное. Как хочется вернуться в простые времена. Что за... Мы в 60-х. И это очень клево. Отдай же мне куб. Черт, наш бюджет в то время был что, $1? Но почему куб должен достаться тебе? Потому что я знаю, что хочу. Вернуться в наше время коротко и мило. Зачем ты сказал коротко и мило? Дайте Халку, Халк знает, куда надо. Нет! Борода Одина, мой молот стал леденцом. Халк изменил форму. А мои идеологии стали совсем тупыми. В каком мы времени? Время Мстителей. Что ты наделал, Халк? Не знаю. Но Халк чувствует превращение. Хорошо. Может, Брюс Баннер объяснит, что к чему? Ха! Смотрите на Халка! Халк может бегать! И быстро! Может, его вернуть? Как? Твои руки похожи на лапшу. Мои? Глянь на свои зубы. Мы что, в Англии? Для Англии бедновато. А вы не чуете вафли? Вафельный монстр? Сейчас разберусь. Мощный выстрел! Радуга? Звездочки? Может, и правда стоит сбежать? Вроде оторвались. Бегите, это король льда! Король льда? Может, он поможет? Вы принесли принцессу из жвачки? Это ж не твоя кличка, а? Очень смешно. Значит, нет. Ты бесполезен! Черт, его что, всегда замораживают? Вот что происходит. И кто ты? Я смотритель. Ты же смотришь? В основном мультики, Мэтт. Смешной сериал. А иногда смотрю приключения во времени про тебя и про твоих друзей. Так вот где мы. А что еще ты видишь? Вижу создателей других мультиков, жалующихся на Мэтт, как маленькие плаксы. Ха, они пожалеют, потому что Мэтт завоюет Эмми в будущем, да? Возвращайся к своим друзьям. Мстители, ко мне! В чем дело? Оказывается, мы в мультике. Мультики? Халк, где ты был? Халк тусил с принцессой из жвачки. А теперь мне пора домой. Долго рассказывать. Ого, надеюсь, у Марвела больше нет наших версий. А я просто рад, что мы вернулись. Надеюсь, мы больше никогда не попадем в путешествие во времени. А Халк привел с собой новых друзей. В каком мы времени? Во времени избиения!